Всем привет из Лиганеса. Сегодня мы смотрим футбол на стадионе Дебу Таркин. Сегодня Лиганес встречается с мадридским Реалом. Чем удивит Реал? Вот в чем вопрос. Захватывающая интрига у нас в этом году получается на финише чемпионата. Несколько команд норовят стать чемпионом, а одна из них сегодня на поле. И я уверен, что в оставшихся матчах они будут делать все от них зависящее для набора очков. И одновременно надеяться на промашку конкурентов с первой строчки. Реал забил больше всех в этом сезоне. Это самая результативная команда лиги. И, конечно, попробовать свое звание одной из самых забивных команд в лиге в очередной раз подтвердить. В общем, я думаю, матч будет сегодня очень увлекательным и интересным. На экране состав команды «Хозяин». На поле 5 защитников, но, согласись, нельзя сказать, что команда будет играть от обороны. Да, нападение-то впечатляет. И смотрим на состав мадридского «Реала». Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Первый тайм начался. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Бейл. Контратакующий потенциал этой команды столь велик во многом благодаря Гаррету Бейлу. Бейл в состоянии в одиночку протащить мяч от своей штрафной до чужой. Причем за считанные секунды. Гаррет Бейл. Есть такое понятие в футболе — фитнес-статистика. А вот и ее король. На поле Гаррет Бейл, кажется, вообще не останавливается. Он постоянно в движении, ищет... Есть игрок впереди, пройдет передача. К дальней штанге летит мяч. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Ван дер Хорн. Перехват в центральной зоне. Хуан Фран. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Яркие индивидуальности, сыгранность. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует арбитр. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Бейл. Так и надо было. Арбитр фиксирует офсайд, но если он и был, то очень небольшой. Карильо. Ресио. Федерико Вальверде. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Катает мяч. И это удар! Теряет атака мяч, в штрафной вынос. И пробил. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. И снова он блокирует удар. Может ему вратарем стать? Карильо. Эль-Жар.
Отличный сейв вратаря. Альваро Одриасола. Бейл цепляется за этот мяч. Федерико Вальверде. Решил пробить. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встрече. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Гол назревал. Они лучше играли, чаще угрожали воротам и, наконец-то, добились своего. Это было неизбежно. Да, конечно, они пока выглядят намного лучше соперника и полностью контролируют игру. Реал впереди, как многие и предсказывали. Ресио. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Положение вне игры. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыгран. Федерико Вальверде. Льоренте. Реалу дают пространство на фланге. Это чревато. Момент упущен. Навес не получился у игрока. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Федерико Вальверде. И пробил игрок. Чуть выше перекладины. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Гаррет Бейл. Удар! Ударом его не пробить. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Эль-Жар. И подает штрафную. Не рассчитал силы. И на вес всех штрафной перелетает. Вратарь легко отражает атаку. Но это был не удар, Георгий. Так, ударчик. Федерико Вальверде. Гаррет Бейл. Судья фиксирует офсайд. И тут такая сложная ситуация, сразу не скажешь. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Федерико Вальверде. Сыграно тут. Удар по воротам. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Уходят команды на перерыв. За 45 минут забит один единственный гол. Реал ведет после первого тайма, а у нас только что начался тайм второй. Бейл. Высочайшая, недостижимая для большинства скорость выделяет Гаррета Бейла на фоне других. Касается это и бега, и работы с мячом, и, разумеется, принятия решений. Соперники за Бейлом просто не поспевают. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Штрафной удар.
Навес в штрафную. Куртуа сыграл надежно, уберег свои ворота от гола. Впрочем, вратарь такого класса не имеет права ошибаться при таких моментах. Бейл. Альваро Одриасола. На ближнюю подача. Не смог тут игрок мяч поднять, и навес не получился. Очередной точный пас в его исполнении. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Во время ближайшей остановки игры произойдет замена. Хозяева сейчас будут проводить замену. Бейл оказывается с мячом. Атака, стоп, мяч будет введен в игру ударом от ворот. Надо забивать, поэтому тренер решился на замену. Посмотрим, поможет ли. Ресио. Эльжар. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправится. Вот как должна работать защита. Нет предупреждения, потому что это аут в исполнении мадридского Реала. Он провел отличный матч и теперь покидает поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя. Да, этот парень из тех, кто может решить исход встречи. Первыми они на мяч выходить не будут. Ждут, когда он сам придет к ним. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? И открывается партнер под атаку. И удар должен последовать. Удар? Ну, точно. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Сабин. И подача туда, в сторону ворот. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Алекс Сандро. Федерико Вальверде. Рахим Стерлинг. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Удар! Да, это совсем не точно. Начо. Федерико Вальверде. Атака продолжится через фланг. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Уходит в центр с фланга. И мяч в воздухе после такого выноса. Федерико Вальверде. Нельзя давать пространство такое Реалу на фланге. Рахим Стерлинг. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Ресио. Вы только послушайте, как стадион здорово поддерживает свою команду. Эльжар. Есть шанс развернуть контратаку. Карильо. Угловой удар назначает судья.
Сегодня у них не будет много моментов, и болельщики это прекрасно понимают, поэтому они так активизировались при этом угловом. Будет угловой. Редкая возможность у них сейчас сравнять счет, и трибуны гонят их вперед. Подали мяч с углового в центр штрафной. Но все-таки такие моменты надо забивать, я считаю. Да, партнеры вывели нападающего на очень неплохую позицию, но, откровенно говоря, удар-то получился корявеньким. Реал Мадрид будет вбрасывать из-за боковой. Рахим Стерлинг. Федерико Вальверде. Стерлинг с мячом на фланге, есть куда бежать. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Угловой удар, мяч у мадридского Реала. А вот и повтор опасного момента. И прямо в центр штрафной полетел мяч. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. На поле готовится выйти свежий игрок, замена в команде хозяина. Сейчас арбитр игру остановит, и кто-то отправится на скамейку. Основное время истекает через 6 минут. Матч подходит к концу, но его судьба еще далеко не решена. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Хуан Фран. Есть свободная зона перед игроком на фланге. И вратарь забирает этот мяч. Рахим Стерлинг. Угловой в концовке, у команды минимальное преимущество, и если сейчас они забьют, интриги в матче не останется. Неплохой удар, но вратарь на месте. Прекрасный удар, но и вратарь хорош. Мяч летит в центр штрафной. Можно забивать с этого углового и спокойно проводить оставшиеся минуты, результат игры будет ясен. В центр штрафной. Начо! Какая реакция, какой прыжок, класс! У нас угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. И наносит удар игрок. Отлично, игрок заблокировал этот удар. И все, матч окончен. Сегодня побеждает мадридский Реал. Раздается свисток, матч окончен. Ну что же, это классика жанра. Игра забывается, результат остается. Да, и этому результату они должны быть рады. И рады очень.